Клаус. Ну, вот перехватить и организовать атаку не получается. Заброс, выносит мяч Сергей Концевой. Еще один заброс. Это Веретило там сражается, по-моему, фланговый защитник. Черт возьми, Клаус. Ну, сколько ты будешь там забивать еще? Да. Так красиво разыграли мяч греки. На фланг передача, прострел. Ну, классика жанра. Когда нападающий чужой команды забивает с 2 метров, все-таки вопросы к защитникам имеются определенные. Посмотрим на повторе. В общем, Стефанос Атанасиадис 4-й раз поражает ворота Минского Динамо. Итак, смотрим. Вопрос. Веретило мяч отбивает, но недалеко. Бежит и добегает. Ну, словно знал, что мяч будет там. Просто здорово. Причем передачу сделал сам Клаус. Затем вторым темпом мяч был доставлен на Факунда Перейру. Ну и в предыдущих эпизодах ведь Клаус продемонстрировал, что он отлично выбирает позицию. Не статичен, может и один. Полетевич головой играет, но словно назнает Клаус, куда мяч полетит. Ты уже стоял и ждал этого паса от Полетевича. Клаус, классный пас. Перейра. Ну, оттеснить нужно футболиста этого. Удар. Клаус 2-0. Да, говорили мы о том, что хитрик здесь уже динамовцы сделать не позволит. 33-го номера греческого клуба. Но 2 мяча своих он забил. 83-я и 88-я минута, по-моему, так. Ну, как-то очень уж мягко здесь действовали наши защитники. И вновь не успевают ни Симович, ни Концевой, не помогавший там Карпович. 0-2. Очередное поражение на Минского Динамо.